Под Луганском масштабные столкновения между украинскими силовиками и террористами. Убитых боевиков больше сотни. Информацию об этом очевидцы публикуют в интернете, но подтвердить или опровергнуть ее мы пока не можем. Тем не менее, с самого утра в области неспокойно. Жители села Макарова проснулись рано утром от канонады. Вот так после обстрела выглядят многие дворы. Разрушенные дома, выбитые стекла, сгоревшие машины. Данных о погибших нет. Пострадали 3 человека. Перепуганные люди собирают вещи и массово покидают свои дома. Это только часть того, что у нас произошло. Попали в газовую трубу, взорвалась, а газа нет, света у нас сейчас нет. Многие пытаются уехать в Луганск, туда, где есть бомбоубежище. Но в самом Луганске тоже неспокойно. Эти кадры появились сегодня. На них видно, как боевики обстреливают аэропорт. Через несколько часов появились сообщения о том, что аэропорт горит, идет бой. Но в Луганской обл. Администрации эту информацию опровергли.